Добрый день, меня зовут Смирнов Дмитрий, я являюсь менеджером отдела продаж автосалона Kia на проспекте Гагарина. Сегодня вашему вниманию хочу представить обновленный автомобиль Kia Rio в комплектации люкс. Автомобиль оснащен галогенной оптикой с черной окантовкой, светодиодными дневными ходовыми огнями и полноценными противотуманными фарами. Также автомобиль потерпел изменения во внешнем виде, но это видно невооруженным взглядом. Автомобиль оборудован мотором 1.6 мощностью 123 лошадиных силы, также двумя вариантами коробок – механическая трансмиссия шестиступенчатая и автоматическая. На автомобиль установлены 15-е штампованные диски с полноразмерными колпаками. Также за счет увеличения длины автомобиля и его ширины объем багажника увеличился до 530 литров в объеме. Также в автомобиль укомплектован полноразмерным запасным колесом с полным набором ключей для экстренной замены колеса. Также инженеры увеличили объем топливного бака до 52 литров, что позволит вам пройти более длинную дистанцию по километражу. Для повышения комфорта в Rio добавили рулевое колесо от бизнес-класса в натуральной кожаной оплетке. Также автомобиль оснащен бортовым компьютером с цифровым спидометром и довольно богатой информацией. Приборная панель оснащена приятными корпоративными цветами, которые не напрягают ваше зрение при езде на дальних поездках. Также включает в себя штатную аудиосистему с AUX USB подключением медиа. Также в комплектации люкс уже идет однозонный климат-контроль и полный пакет теплых опций, а именно подогревы передних сидений, рулевого колеса, зеркал заднего вида и заднего стекла. Что касаемо заднего дивана, сидушки складываются в пропорции 60-40. Также автомобиль включает в себя крепление для детских кресел и зафиксы. И плюс ко всему, для повышения комфорта для третьего пассажира отсутствует центральный тоннель. Пройти тест-драйв и познакомиться поближе с автомобилем приглашаю вас к нам в гости по адресу проспект Гагарина, 29D. Напомню, зовут меня Смирнов Дмитрий, буду рад видеть вас у нас в гостях.